подвезут, понимаешь? Там такой под будет. Да, я знаю, там будет, короче, через 20 дней, по-моему, обновление, типа новый вход. Туда нужен 150 левел, по-моему, в ДЗ, чтобы туда пройти. Короче, хуй знает. Можно еще одну танго? Найс, дай бог здоровья. Что? Я могу дать. Да уже все нормально уже не надо. Все хорошо. Так, 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 так. Возьмем еще веточку. Если баунти заберу, еще фласочку себе привезу. Давайте на топе попробуем взять. И два можем взять. Ты снимешь дивизион, потому что у меня пати нету, ребят. Магнус, голбот вдвоем заберем. Сейчас бы варзики постримснапить. Почему давай дивизию не стримишь? Я проебал момент, когда ты об этом говорил. Ну, потому что нет пати, и мне кажется, она скудно как-то на стриме смотрится. Хотя я бургов смотрю. Хз. Надо подкачаться, надо подкачаться. Ну да, как-то скачайся. Кюргачи. Будешь опытным, можно будет тебя даже взять в стак. Давай забирать его. Там, я не знаю, я ее по одной причине, блядь, еще не хочу стримить, потому что ты сидишь, когда стреляешь, у тебя, наверное, вот такое ебало. Забирай. Попал, не попал, там сидишь вот это вымечиваешь этого хуесоса за машиной. Не наступить, наступил. Ну, блядь. Руну, братан, смотри, я не руку, хочу с таким ебалом стримить, честное слово. Там руна валяет. Мокр возьмет. Та-та-та-та-та-та-та, фласочку Альберту. Ты сюда давай стой, я буду... У меня есть? А, давай. Так. Собрались! Ах, я буду дума козить, короче, целый гейм. Инвокера. Какой игре ты говорил? О какой игре ты говорил? Дивизион, ребят, называется игра Том Клэнси. Леон тут. Так, инвокер, ну давай, давай поразминаемся немножко, не хочу. Попал же в афиг? Смотри, попал. Шучу. Попал. И пушинг, пушинг тавера, пушинг тавера, ёб твою мать, пушинг тавера. Я соло против него справлюсь, скорее всего. Нормально так накрепили тавер? Просто, о май гад. Что там происходит? Он просто дал, подошел, дал мне баш. Просто не счёл. Мне не нравится эта Фатима. Блять. Посмотри, там. Там дум мертвый почти. Что ты остановился? В чем проблема была его убить? Что с голосом этого молодого человека? У него проблемы какие? Ром Патма, по-моему, въебывает доту сейчас. Насколько я знаю. По личным заготовочкам я это все в курсе. А курочка ездит где-то. А, братан, иди лучше с кемпа пофарми какие-нибудь стрелой. Сейчас много времени проебаешь. Да мы можем Вайда убивать изи. Я не понимаю, в чем проблема. Я лучше инвокера буду гнобить. Да ты не будешь его гнобить, блядь, ты ему ничего не мешаешь, лол. Человек этого не понимает, серьезно. Он теряется, понимаешь? Теряется человек. Теряется, конечно. Теряется. Как просто, ааа, забей. Так. Твоя жирная жопа, блядь. Нет, ты плачешь, ты. Не. Найс, винранчик. Эти стрелы это просто руну. Такая залупа. Иди фарми, я тебе еще раз ты говорю, ты слишком много времени теряешь сейчас. Ему так нравится.
понимаешь, я фармлю как бы. Крипов убиваю. Каких крипов ты убиваешь, хуй его знает. А, ну да, так, таким образом ты да, фармишь. Я не спорю. Образ такой, не попал стрелой, зафармил. Нормальная логика. Только я прошу, давай ты не будешь так фармить. Магнус, иди и иди надумай. Интересно. Надумай, иди. Я тебе повершот помогу дать. Я ж захрустел. Но он жирный, говорит. Ебашь его, ебашь. Его жир ему не помог. Там Магнуса приняли Шпарта. Это его проблемы. Это его проблемы, это не наши проблемы. Ребят, ну это банальный пример, как можно заметить, как сильно отличается ММР от тех же 2000, как, какие куда там люди там были и какие здесь играют. Взялся, он в боте стоял, что это за бред? Разница, по-моему, очень весомая. Да, спектра 6 сун, типа, фармит. Будет стрела, ну. Я типа тоже как-то тут крипочек добиваю. Но не намного лучше спектры. Какие вообще на лайн никто не мешает, а тут патма, блядь. Своими аурами по Динейл, еще кто-то. Бля, можешь ебал завалить, я либо мудом. У тебя, бля, голос долбоёбский, ты хуйню пиздишь какую-то. Я сейчас Войт соло убьёт, да? У него есть купол, есть хотя какая-нибудь. Окей. Он просто гонится за мной. Сухварт ты, алё. Красавы нет у них? Красавы нет. Есть, есть. Там вообще, блядь, Тан. По-моему, по левелу не особо выезжает. Старстрайк. Если его там два раза в кустах уже ебанули, это проблема для Думы, пиздец. Да, слишком надолго отсаживается фарм. Чай будет гнаться за мной. Дерись, да, дерись, ебалу. Пиздец, сейчас бывает трахал, блядь. Крипчик не хватает до шестого. Невероятно. И где он? Нападайте на него, блядь. Сейчас страйк вниз, можем биться. О боже. Понял. О боже, какие ноги. Здесь бетонный, блядь. Пошел нахуй, блядь. Это же стрим на свой, блядь, парм за 7 минут. Конченый. На мой фарм посмотреть? Ты мне говоришь, что патма? А я в мид веду из РП, нам есть еще, если ты побудешь. О, господи. Мне кажется, ему надо в мут уехать. Бесполезный кусок дерьма. Спектра там себя охуенно чувствует, я смотрю. Очень охуенно. Ну, забирает мою тварь. Thank you.
Сейчас бы крипчиков себе забрать туда. Да, Магнус? Иди на базу уже, нахуй. Говно, блядь. Не попал, лол? Почти. Это плохо. Не ждал я инвокера, на самом деле, я бы выжил, типа... Ну, мы слишком охуевшие стояли. Я думал, ты просто сразу ему кинешь, и я дам шоквейв, и он умрет, типа, вот так вот. Что-то отошел, я уже не успевал отходить, свой хекс словил сразу. Я его все равно убил, какая разница. А это убьем, Райда, еще. С деревом стоял. Так, тут рун убрали? Конечно. Эрл. О, господи, минус мана. Задинайте. Блядь. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Просто бесполезная потма, блять. Кусок, сука, ящера какого-то. Винга какая-то была бы вообще намного продуктивнее. Блять, купол меня зашел. Просто бесполезная комбо, блять, саппортов. Ну тут ГГВП. Как там все сдохли? Хуй знает, что здесь делать. Дашь аркану, дай эру, попробуй дать аркану. Нельзя давать фрифармить этой хуйне. Пусть хотя бы отходит, блять, хоть на чуть-чуть. А что, долбоебы сейчас еще в топе закину, да, под хроносферу? Ну их так-то там много. Еще учитывайте плюс спектру всегда в каждом моменте. Оу, oh, yeah. Доброго вечера, Альберт. Хорошего стрима тебе, если будет время. Распишись на стеночке. Очень больно. Лайкер, спасибо большое за поддержку. Хорошо. Ну, только страничку надо было кидать. Я же не знаю, где расписываться. Кларк мощно катает. Очень мощно. Альберт ВС скрытый пул, да? Есть такое. Это самый истинный скрытый пул, который есть на сле. Он без тапок, если что, вот выигрывает сейчас. Это не так, 2К игры, я согласен, тут еще хуже, ребят. Как вы успели заметить? Дерись, дерись, там? Дерись. Я не буду гоняться. Ну, ладно, хочешь. Окей, дальше едем спектру напрягать. Прям РП можно ее ебануть. Ты хочешь, если свяжешь, убьем? Да, просто заедьте РП, ебани, я фокус файер дам. Нормально это тип. Так, тут дум есть, да, еще? Мы че ТП зафорсили, типа в топе можешь в миде фармить. Ладно, все, я ушел. Там есть руна на боте или я на базу? Бро. Окей. Кан экстрим? Пока не знаю, ребят. Этот еще надо закончить.
дерьмо. Оу, yeah. Совсем забыл, вот ссылочка. Хорошо, спасибо большое. Стоит, конечно, там будет роспись, будет, парень. Спасибо за поддержку. Я поехал на пальчик. Ой-ой-ой, какой пальчик. Какой пальчик. Какой мужской пальчик был сейчас. Господи. Сейчас бы прыгнуть, Валера. Сейчас бы просто зайти на нетаргетный этот кинжал, типа, на 200 урона. Дум, пойдешь сюда? Будешь обходить меня? Ты серьезно? Них вижу, тут есть. Них там вард. Господи, зачем ты его возишь, блядь, туда-сюда? Что же так представляет? Тебе не надо было его отвозить, я бы его привязал бы. Сори, думал, ты кинешь сразу. Их там вард стоит. Вот здесь. Ой, найс. Ребят, какие стики? Я в торнадо был. Напустился и умер сразу. После торнадо там не нажимаются стики. Когда падаешь торнадо. Сразу трафт моментально дэймидж. Ну, дума нету. Типа и войда тоже есть. Только если бы до торнадо, но все равно. Там бы проблемы были. Так, у этого хуесоса нету сейчас дума. Надо напасть на него. Только шукель нужен обязательно. И он, скорее всего, уходит сейчас. Серьезно, прикол. Делись, делись. У них вижу. Перешил бы торнадо, и на меня бежало еще 50 человек, ребят. Какой толк? Какой мерзкий пик у них, это пизда. Ходить надо, там Вайта дома бежит. Да-да-да. Да-да-да. Альберт, ты мой любимый стрим, и добра тебе, 3. Спасибо большое, Максимка, за поддержку, за 3 соточки, дай бог здоровья. Спасибо. Интересно, прокачка диффуза, кажется, там против чего. Я рад, что я твой любимый стример, честно. Подожди секунду, кому я заходит? Стримов 5 точно. Тут видите, тут вижу где-то у них. Вот здесь что ли? Здесь. Оба дефнет. На боте будет помощь? Да, да, я бегу, я открою. Макс, есть даггер уже? Славно. ДРП давай, братан. Качественно, ребят. Ну, могли бы оставить мне килочку. Леончик, Леончик. Он написал, кушает в английском. Бейте тавру, бейте. Ну, тавр, бейте, вы палитесь, пиздец, что мы ушли с линии. Ах, блядь, ребята, это 4000 ММР. В районе 5, блядь. Серьезно?
На 2000 больше люди понимают, блядь, ну... Боже, или... что же он такой тупой? Скорее всего, мы на Вижене еще стоим. Сейчас бы вардики пропалить. Наш. В основном. Спектры нет ульта. Кайтим их немножко и нападаем. Бегу. Прыгни. На мне дум. Дум на мне. Уберите его нахуй. Он бы просто ебало бить спектре и все, убил бы ее нахуй. Серьезно, блять! Боже, как все хуево. Ну неприятненько. Если у нас нет РП, то нам нет смысла драться с ними. Опять стики. Стики в думе. Хорошо, он Зорик. Он Зорик, в думе нельзя инвентарь юзать, чтоб ты понимал. Боже, готовься умирать на спектре еще миллион раз, если ты не купишь себе либо форстав, либо его, потому что он будет тебя прыгать просто пока с дипузами. Сука! Там хроносфера может быть. Хроносфера! Как же он доджит эти пауэршоты, мать твою за ногу. Нет, у него уже должен был быть Аганим и Дагер. При хорошем раскладе. С нормальной командой, ну. Там же думаю, Шадоублейдом уже бегает. А у нас писи каки, ебаный рот. Шадоублейд. Дай эру ему, алло. Блять, просто. А, 2 секунды, я понял. Он на свой дом воюет. Бегу, я все знаю, понял. Гу-гу, попробуем. Там бы парадастики покупать какие-нибудь. Ясно. Все ясно. На, блядь, шейклшот не кадешится. Он просто, блядь, не кадешится. Они просто рассаятели нахуй. Не хочу с ним драться. Там пиздец, забей. Далее нет ничего. Фокуси просто Леона в каждой драке, плиз. Все, что нужно тебе сделать. О, у них еще хрона есть. Найс. Кому мне? Найс камень, блять, ты в нас застанил? Не, это ГГ. Тут, ребят, вопрос стоит. Я расслабился или, блять, ММР слишком конченый стал? По-моему, очевидно, что конченые просто твари играют. Ну, это да, это подходящее. Так ты бы его не добил, и шаг ты, блять. Так он мог сразу дать, что это я бы... Братик, Альберт, привет. Да, да, да. Не расстраивайся за игру, может еще закомбычите. Нет, не закомбычим. Спасибо большое. Саймон, 9000, Семён. Не суппорт ушел, стоял, и он мне еще что-то буянит тут. Спасибо за поддержку. Боже, мод даю. Отлично. Серьезно? Да, мне дали фраг. Блять, куда он бежал? Почти попал.
меди. О, господи. Я такой пиздал, сказал, я отвечаю. Найс, итем юзаю даун, найс, не допрыгиваю с РПшкой. Что это такое? Что это за дерьмо? А ты можешь нажать первый, плиз? Не успел, тупо. Ты его убиваешь за спилы, тебе там нужно даже его бить, если он тебя видит. Там гем был. Тара-та-тан-тан. Сентри, я не думал, времени. Что у них вижу. Что за стики, блять? Идите нахуй. Йоу, есть какой... ладно, у меня есть какой-то хоткей в магазине, серьезно, блять? Будешь Тенко. Next, да не, наверное, ребята, отдыхать пойду. Блять, эту закончить надо. Минут 30 еще играть ее будем. Ты? На спектру давайте нападем, он прям сейчас, смотрите, как он в охуевшую стоит. Слав, ты бы ее разпидорасил бы уже. Слав, ты бы ее разпидорасил. Да я бегу, но ты... А ты бежишь, когда она уже все поняла, блядь. Хе-хе, паунс в помойку, блядь. Так он увел меня из-под нос. Если бы он... Здесь мана? О, отлично. Мне надо жить. Я не жил. Блять, я там завязал качественно на двоих. Ну конечно же мне Дум, ебаная ты, сука, хитерочек. Дум в инвиз. Мирана, у нас так будет 26 минут просто давать ауру, да? И ничего не делать. Огорчает, конечно, что уровень игры, блять, наоборот, типа, ММР должен быть выше, должен уровень расти, но он нихуя не растет. Он еще хуже. Просто эти дегроды не так сильно сливают этот ММР. Так, что там за пожертвование было? Бёрдит Рашен, спасибо большое за поддержку. Привет, Альберт, что за уши и как дела? Как здоровье, искренне интересуется. Здоровье более-менее в порядке, спасибо большое за поддержку. Отвидели инвокера в миде, ВР-ка мид слила, и все, и теперь я виноват. Что еще раз, я тебя не слышу, ты как, блядь, из очка вещаешь. За спектра еще без радианса. Сейчас бы Алика порофли, да? А быть тупо дерьмищем 4К. И орофлить Алика просто, найс, типа. Я просто не слышу, что он говорит, на самом деле, я его не мутил, но он что-то там вещает, сидит. Парализованное туловище, блять. Ты не шаришь, кто такой Алик? Фу, помойка, отключи. По-моему, ты, блять, показываешь, что дреда, как Алик? Ты охуительно играешь. Я на тебе, блять, слова не сказал. Потому что я понимаю, что игра может не пойти. Ну ты сидишь и выебываешься, значит ты ебаная, сука, мразь. Конченая, блять. Которая ничем не отличается от других помоек, которые играют на этом ММРе, блять. Я тебе так скажу, уебище, на 2000 люди гораздо лучше играют, чем ты, блять. Они больше по коммуникации работают, блядь, типа больше понимают, чем ты сидишь, и ты думаешь, что твои 4000 это охуительно много. Даже я, имея этот ММР, понимаю, что это просто грязь, а не мусор, блядь. Не то, что мусорка, это просто уёбище, блядь. Просто конченое болото, блядь. Это Средиземное море, жемчужина, ёбан рот, которая по тылам лежит, блядь. И вот ты и она, блядь, чтоб ты понимал. Хуесос ёбаный, блядь. Телепорта, инвокер. Так, надо что-то выкинуть сейчас будет. ТП-шку, блять, ну ладно, выкинем ТП-шку. И в инвизе могут зайти, проблема будет. Инвокер без ТП, мы можем ее убить, если хотите. Ведь хочешь?
Да, я на Хокер топе, но он сделает ТП, но мы можем разъебать одного-двоих, пока будет делаться ТП. Без ТП, лол, он с этим Сейджисом. Ладно. Сейчас придется ботал выкидывать, брать ТП-шку. Они уже здесь сейчас будут. Они уже на бойке. А, ты покушать еще решил, да? Да. Да-да. Очень серьезный подход к игре. Кто такой Алик? Если ты не смотришь, типа, дотку, значит, не надо узнать, кто он. Играй и все. Ясненько. Блять, я еще тут похожу. Ага. Наших там разъебут сейчас молоко. Не дерёмся на ихних, блять, там, где они все видят. Сейчас за мной еще будут полгода гоняться, да? Пожалуйста, Вайда. У них нет уже гема? У них есть гем, блядь. Серьезно? Я даже виндран не успеваю нажать с этих башек. У меня есть байбек, если что. Зачем байбек? Тем, чтоб ты спросил. Они все равно не пошли. Нарочно пойдемте. Пока у них ничего нет. Его нет. Тогда на боте надо ловить. Кого-нибудь дума. Но я есть даже не выберите, через 40 секунд закончится. Да? Там 2000 хп и плюс лотар. У нас есть даст или что-нибудь? Не прыгать, вязать его? Хорошо. Армора нихуя у него нет все-таки. Тибэкайте теперь. Что, это минус 7, без байбеков на все ребятки. А сейчас тут выебут. Наверное, нет. Надо воиду щелкнуть. Воид на боте, алло, пойдем. Будет фарми дальше или нет? Блять, этот шаг ушел куда-то. КБ, блять. Несу себе ноги. У него есть заггер? Да, есть. Терпи немного, пока идти. Надо гонять его. Угу. Думчик летит, я понял. Там дум летит. Есть у нас центря или что-нибудь такое? Да и Далус очень сильно еще нужен. Очень. Вот Дум кидает в Дума. Ду-ду-ду, блядь. Духаст, ебаный рот. Тут Вижен и пора отходить. У него, блядь, синдром какой-то. Вижен. Блядь, разговаривает как-то, блядь, с дилеем, ебаный рот. Ама. Мама, походу, родила, блядь, его через жопу. Я не буду про маму говорить ничего, ладно, хуй с ним. Дотовец того не достоин. Чем мы деремся? Зачем мы это делаем? Маганим, блять, был. Маганим. Подожди.
Я оттуда тоже. Блять, такая помойка, пиздец, пожалуйста. Челик говорит, тут вард нужно отходить и бежит под Т3. Это нормально вообще? Не вел там, думаю. Ёбаный гем. Не конечно. Гем там. Очень смешно шуточки про заикание. Он не заикается, в этом и проблема. Он просто не понимает, что он говорит. Он, когда пытается разговаривать, перебирает слова. Потому что они у него неуверенно выходят изо рта. Это не заика, ребята. Если у человека дефект, я никогда на эту хуйню троллить не буду. Тут нет дефекта, тут просто, да, он ебучий прокуренный сидит, блядь. Ох, ебучий. Вот так вот будем шлепать ими. Мне в пизду так неудобно. Я вижу на 5К так же, как и на 3, ну да. Ничем не отличается вообще. Так до 6000 в принципе. Шреп! Тут Алек ихний дудудудудудум с аганимом. Будь аккуратнее. Спасибо большое, Роман. Хватит уже разговаривать не по сути, боже, имбецил ты. День 9 бегает и не по сути просто разговаривает всю игру. А он что-то говорит, да? Я его в мут кинул на минуте 4, по-моему. Я тоже кинул, он просто, он бесполезно говорит не по сути, да, вообще на 4-й минуте понятно, что... уже. Поговори, все, хватит. Еще один гемчик. Или это тот же гемчик от Воида? Блять, или линку делает. Хотя мне ДПС нужен, пиздец, как сильно. Типа будет кристаллис, хотя бы уже будет поярче. Можешь ботл пойти нахуй продать. Я бы купил на БКБ на тебе на варке, типа тогда только уже дрался. А то там Doom, хроносфера, толку. И спектра. Зачем? Над БКБ проку нету, блядь, 4000 в пизду просто. Надо одеваться в какой-то жир. Я могу смог нажать, идем сильно, может, чтобы... Нам тяжко будет. О, тут надо нам инициировать. Гораздо жестче, мы попадемся как-то в кучу, блядь, под хроносферу, и нам пизда. Я за, чтобы пойти подраться. Я за, так ты не дерешься нихуя, вафел, блядь. Голосно как? Страшно. Ком, страшно ком. Куда-то идти, очень страшно. Пиздец, как страшно. Шреп! Очень страшно. Лови еще, рад помочь тебе. В понедельник зарплату получу и подпишусь. Спасибо, ну, Максимыч, спасибо. Посмотрим, что получится. Так, ладно, надо не стесняться. Можно наверх просто забайтить. Ну, нормально будет. Только и дум не дайте кастовать, а то это габало. На меня все время дум вешают, и я ничего не делаю. Вообще ничего. Дум на меня вешали 2 раза последний замес. Окей. Сейчас хроносфера, дум, блядь, с Лотара. У нас есть гем? У нас не гема нету, там Лотары. А, они у нас вообще возле базы, я понял. Там Рошанчик. Опять думчик хорош. Гем заберите, заберите гем. Забрали? Найс. Ебать, что-то они хуйню какую-то творят, по-моему. По-моему, если их сейчас тут похоронить, будет вообще найс. И вот я рыба там приду.
Я прилечу туда, мы можем спушить. Вылез, дал дум, блять, умер. Хорош тип. Очень. Ого, блядь. Надо в другую сторону уходить. Сам понимаешь, каждый сам за себя. Да, да. Нам было просто бежать через тавер и все. Блять, он радианс теперь делает. Ну, серьезно. Зачем он тебе, парень? Делаешь и бабочку какую-то, убей нас нахуй. У меня нет байбека, это плохо. Это очень плохо. Какая тишина? Эндокер с БКБ, на самом деле, это вообще хуйня вареная прям. А там любой герой хуйня вареная. И просто смотрим, что делает рыба. Рыба бегает, так торнадо, хорошо. Так, ультимейт нажал и опять... Так, Леончика увидел, хорошо. Хексик получил, хорошо, вышел с Хексика. Так, Леона взял. Леона взял, так, вперед, вперед, назад, так, спектраж. Хорошая, готовая прилетел, но это всего лишь Егис. Ёб твою мать, паунс, хорошо. О, господи Иисусе. Давайте еще раз подеремся. Не есть. Надо инвокера уебать, он слишком много экшена делает сейчас. Серьезно, блядь, ты издеваешься нахуй? Так и было. Блядь. Где столько гемов, блядь? Просто у каждого гем. Я не могу оставаться равнодушным после этих игр, серьезно. О боже, Мирана хоть что-то может делать здесь? Но с Мирана, ну, я, блядь, вообще ее не вижу. Ну, как четвером играем, сириусли. Ему говорил, иди фарми стаки какие-нибудь, будет полезнее, умер нахуй. Та-та-та. Я похож на Джаггернаут? Алик, спасибо за прикольный стрим, гори поменьше. До следующего запуска, спасибо большое. До знамо. Как-то подэпить, там подгуляйте с вами. Не грустись, не керсни. Еще будешь? Нет, сегодня уже не буду. Пизду доту. Слишком много доты. С моим аккаунтом. К этому надо нормально подготавливаться заранее. Релаксирующие ванны делать какие-нибудь. Наверное, курить играет, начать кашиш, блять. Чтоб вообще на похуй это вообще никак не воспринимать. Магнус красавчик, более-менее хорошо отыграл. Мирана полный фаршированный мусор, блять. У них, блядь, все играют, даже Леон. У нас, блядь, не рано. Вернись, блин, на 1-2к. Забейте, не лучше это. Не. Надо с мейна, ребят, поиграть. Мне не нравится мой ММР очень сильно. И надо вылезти с этой помойки. Тут уже челлендж самому себе, блядь. Просто обычно инициации, типа, с блинка и с кади. Ты купил бесполезный лотар, кусок. Понятно, что они гем купят. Типа и против Хрон, но Даггер поприятнее будет, наверное, да? Не думал. Это просто, подумал, блядь, кинул, мышь нормально в абрикосах. Как чуть-чуть он меня заебал? Это пиздец. Он просто выходит и кидает мне постоянно дум. Ну тут это дрянь, блядь, он за мной еще и бежит. А ты о чем говорил-то, что Мирана... У нас просто бегает, ничего не делает. Дум, блять, получал пизды в лесу два раза или три за пять минут. Но он все равно выфермил. Ну понятно, что это Дум. У тебя хуйня, но вот зачем пикать Мирану? Для чего? Для чего? Ладно, если бы он и пикнул и пошел бы что-то делать, фармить там стрелами, не знаю, вынес бы какие-то там
в Сэмми Да Девилис бы какого-нибудь. Ну тут просто Мидас и Лотус. И 1-3-13-5. 5, блядь! За 31 фраг он вообще не участвовал. Он в 6 фрагах поучаствовал и 13 раз просто сдох. Я не понимаю этого. Серьезно. Это просто, блядь, жесть какая-то. Там еще и хроносфера есть, я уверен. Я разобью тебе, ебало! Нет, не разобью. В скобочках нет. Дайте пройти, дайте пройти! Стойте, проходите, стойте, проходите, стойте, проходите, ёб твою мать. Шрия! Спокойной ночи, Альберт. Не горе так. Один фиг ты топчик. Спасибо большое, Максимка, спасибо. Дай бог здоровья за поддержку. Так, ну что, ребят, я, наверное, закончу сегодня. Сколько там времени? Уже 12 как раз по таймингу прям. Как Новый год, ёб твою мать. Ладно, ребят, спасибо большое, что смотрели, поддерживали, подписывались. Большое спасибо. Опять же, Кактусу. Кактус просто на каждом стриме меня просто балует. Спасибо ему огромное за значительную поддержку и всем тем людям, которые поддерживают и морально, и материально. Спасибо огромное и... Спокойной ночи, ребят, спокойной ночи, до скорых встреч. Я не знаю, если Андрюха завтра застримит, то, скорее всего, мой стрим будет отсутствовать. Может быть, к нему ворвусь, если будет Dota. Если будет Dying Light, ТТТ, я туда ворваться не буду точно, я не играю в эту помойку больше. Так что, ребят, приятной ночи еще раз и ШРИЯП!